Всем привет, это СБ 1813 или просто сайм. Продолжаем реакции, заканчиваем летнюю пачку. Последняя, если я все правильно выложу, это, наверное, будет последняя реакция этого лета. И внезапно она будет на Маткор. Маткор, который посоветовал Остервальд. Остервальд вообще что-то много в последнее время Маткора советует. Вот, но я как бы и не против. Группа называется Frontier или Frontierer. Как правильно это? Ну, наверное, да. Их трек Heilum. Кстати, насчет фоточки, я не уверен, нашел ли эту я фоточку, потому что, опять же, всех этих мартворщиков хрен разберешь, и ни у кого фоток нормальных нет, но у этих что-то вроде было, надеюсь, это те фронтиеры. Так что давайте сейчас заценим маткор. Надеюсь, только в отличие от того маткора, который был в этой пачке, этот маткор будет полноценным от первой до последней секунды. Поугараем, побалдеем. И вот, в принципе, на такой вот, надеюсь, хорошей ноте будем заканчивать, опять же, это лето, эту пачку и эту реакцию. Точнее, реакцию, я думаю, только будем начинать. Короче, погнали смотреть. Все, го. Опять обложка какая-то интересная. Ну, хотя у маткорщиков по-другому не бывает. Я слышу уже, слышу звуки безумства этого лютого издалека. О, пошло. Но это из серии, опять же, Arrested Development. Вот такого типа метального маткора. Ну, прикольно, прикольно. Вот это вот... У них эта фишка навалить нулей под бочку, потом просто киксанат стоит. Очень много кого так было, на самом деле. Но это звучит прикольненько, на самом деле. Ну, вот эти прям неплохо звучат, на самом деле. Жалко, у них у всех клипов, блин, нет. Ну или есть, просто вы мне не кидаете. Не знаю, вот я тоже, может, уже какой-то совсем долбанутый, но я настолько переслушал маткора, что для меня это как-то теперь какая-то успокаивающая музыка, на самом деле. Она у меня как эмбиент на фоне вот так вот идет. Именно кашево, но прикольно. То есть прям под нее балдеть можно. Очень даже. Не, ну у этих у чуваков все нормально, у них прям безумство каждую секунду. И это я одобряю. Такой маткорчик я люблю. Интересно, что у них на обложке? Нифига непонятно, но опять же прикольно. Так, ну вот мы посмотрели, точнее просто послушали трек Heirloom от группы Frontierer. Frontierer, наверное, все-таки вот так неправильно читается. Остервальд, спасибо. Вот это хорошо было. Вот это хорошо, это я побалдел. В принципе, такое неплохое заканчивание пачки на таком вот маткорчике, но от которого на самом деле я реально покайфовал, даже немножечко подзалип, потому что говорю, для меня маткор уже превратился не в ту музыку, от которой ты сидишь, типа такой, как они это играют, какая жесть, а просто во что-то типа приятное, что-то такое, знаете.
реально позалипать, вот как ни странно. Вот. Но это если он хорошо звучит, если он реально хорошо сведен, если хорошо сделан. Вот опять же, у них все, все вот на уровне было. Опять же, такой вот именно более метальный маткор, как у Миши, как у этих Тони Данза, да, вот эти все группы. Это вот оно как раз в такую очень приятную кашку из вот этих бесконечных бочек, блазбитов, этого звука гитар превращается. Ну, не знаю, короче, нормас, нормас. Так что огромное спасибо. Реально, реально годно. Так что можем будет даже их отдельно заценить. Клипак бы еще посмотреть у них. Вот это было вообще балдеж. Вот если бы вот это еще был какой-нибудь клипак, где они все бесились, вот это было бы так хорошо. Но так, в принципе, почему бы нет? Почему бы нет? И да ладно. Короче, всего, наверное, спасибо всем, кто посмотрит реакцию. Ссылочки в описании, нравится, нравится, сами все знаете. Всем огромное спасибо, кто посмотрит патчи, кто смотрел патчи, кто дожидался пачки этим летом. Следующая пачка будет в сентябре, не в начале сентября, наверное, где-то ближе к середине. Хотя, может, в начале. Посмотрим, посмотрим. Постараюсь все-таки опять не затягивать с пачками, потому что их там много, много. Там уже 10 или больше пачек я понасобирал, и это только летних. Так что... Что-то мне кажется, что в каком-нибудь условно декабре я опять буду марафон делать. А может быть, даже и раньше. Чтобы приблизиться к вашим настоящим комментариям. Ну, посмотрим, пока как бы так живем. Вот, а так как бы все, лето прошло. Не знаю, у меня как-то оно очень быстро пролетело. Опять же, я сейчас это записываю, сейчас у меня еще неделька лета есть, но вы когда это будете смотреть, у вас лето точно прошло. Вот, и не знаю, может, опять же, тут, не тут написать, как вообще, что, почему. У меня, в принципе, кстати, забавно. Этим летом очень много и стримы начал делать, и всякие там разные реакты, группы пооткрывал, так что прям балдежно. Но быстро, быстро, реально, я прям не заметил, как оно прилетело. Очень странное лето, такой бац, и его уже нет. Ну и как бы и хрен бы с ним, на самом деле. Я люблю зиму, так что поскорее бы была зимушка моя любимая. И надеюсь, на этот раз я зиму нормально проведу, а не в больницах. Ну да ладно, это уже ближе к делу посмотрим. Короче, все. Сейчас, наверное, у вас будут, опять же, новиночки бомбить, потому что я, скорее всего, в данный момент, когда вы это смотрите на работе, все еще буду сидеть несколько дней. Но, тем не менее, новиночки, какие-то просто реакты и так далее. Вот. Не знаю, что еще больше сказать. Короче, все, забалдели от последней реакции летом. Реально хорошая, точнее, не реакция, а пачка, реально пачка, прям понравилась. Так что всем огромное спасибо, что кто писал. Пишите дальше, будем обязательно смотреть, реагировать и так далее. Вот теперь я точно, наверное, пойду. Все. Всех в школу пора, да, вам, наверное, хотя вам-то, наверное, не пора. Вот, ну да ладно. Все, я пошел, давайте, пока.